Сегодня я рада представить наш новый продукт – пасту для травления. Она предназначена для полного или частичного матирования стекла и зеркал. В отличие от красок, этот узор не смывается водой или разбавителями. Самый эффектный способ нанесения пасты – через трафарет. Особенно хорошо подходит для работы трафарет на клеевой основе, но можно использовать и обычные, и самодельные вырезанные из самоклейки. Первым делом необходимо обезжирить поверхность жидкостью для мытья стекол. Затем тщательно приклеим трафарет к изделию. Пасту следует наносить ровным слоем толщиной в 2-3 мм. Лучше всего для этого подходит деревянная лопаточка или мастихин, но можно использовать и поролоновую губку. Процесс травления занимает 10-15 минут. После этого можно снять излишки пасты мастихином и убрать в отдельную баночку. Паста подходит для неоднократного использования до 3-4 раз. Затем аккуратно снимаем трафарет и смываем остатки пасты водой. После высыхания на стекле отчетливо проявляются матовые узоры. Также можно полностью заматировать какое-нибудь стеклянное изделие. Эта паста подойдет для декора любой стеклянной, глазурованной или зеркальной поверхности. С ее помощью можно добиваться интересных эффектов, а также сочетать с другими материалами и техниками декора.